Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем проходить шоу с Recon Wildlands. Ну что же, давайте определимся с заданием для начала. Вот сюда нам надо. Мечтатель утратил веру в Сантеру и собирается казнить ее. Найдем ее первыми и предложим альтернативу. Понятно. В принципе, недалеко. Пристегнитесь. Радио нафиг врубаем сразу же. Так, я на месте. Ох, я чувствую, там будет заваруха. Ладно, посмотрим. Может быть, все обойдется. Черт, да что тебя завиляло-то? Ну что, почти в уцели, да? Да-да-да-да-да, именно почти. Хера себе, почти километр ехать еще. Обрадовался, блин. Ну ладно, сейчас мы уже приехали. Слушайте, блин, это целый городок. Даже, как бы я сказал, деревня. Давайте здесь вылезем нафиг. Так, я так понимаю, это... Нет, это нормально. Я думал, это сигнальная тревога, или как она? Ну что же, поехали. Будем... Воу-воу-воу, тихо. Потихоньку надо его... Противник на мушке. Готов, противник. Так, тихо, бля, вражины идут. Появился один с пистолетами и пулеметами. Есть еще одна цель. Мне нужен хороший отзыв, бандит, стрельба готов. Покажи. Враг готов. Все, тихонько. Эй, тут бандит с ПП. Где? Вон там, рядом с контейнером. Понятно. Кто палит? Пригнись, иначе заметен. Черт подери, их тут до хера. Вижу вторую цель. Давай, вы... Мощник досиделся. Где-то болтает, а где? Не вижу ни хера. Вылазить тоже опасно. Черт подери, а? Блин, подняться не могу, ё-моё. Надо выходить отсюда. Тихо, 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 не буяним. Отойди, пока не заметили. Да и так отошел уже, ё-моё. Вижу козла. Еще одна цель. Фак, что делать? Если я его сейчас здесь снесу, думаю, будет кипиш. Ладно, попробуем пока его не трогать. Опа! Тихо, 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 тихо. Вижу тихо. Цель с пистолетами и пулеметами. Давайте-ка его вот так вот. Похоже, мы их рассердили. Кто-то просек, да? А вот это уже дерьмо, ребята. Давайте вызывать наемника. Просили у повстанцев отвлекающий огонь. Вас понял. Есть огонь. Какого хрена? Не в меня же, блин.
Черт, они тут сюда что-то делают. Твою дивизию, вот это я попал, а? Так, вижу, вижу, идет, идет. Давайте-ка автоматик возьмем. Сука, мать твою! Блин, это ж мой, да? Так, этого убили. Ё-моё, тут... У нас потери. Ой, заваруха. Блин, еще и вертушка прилетела. Еще лучше. Ладно, ребята, я нахрапом побежал. Все будет хорошо. Иду к тебе. Прыгнись, твоя мать. Некогда мне пригибаться. Так, получается, где? Я не врублюсь маленько. Еще эта вертушка тут будет мозги компенсировать мне. Черт, у нас потери. Ух ты, мне еще дальше надо бежать. Я хотел. Всем залечь, вертушка. Где-то здесь. 42 метра. Так, вижу цель. Вот она. А я не вижу. К нам летит вертушка. Теперь вижу. Вертолет, ложись. Устроили ее сюда, что не хочется спасать. Воистину. Иди сюда, блин. Коза, куда побежала, блин? Дура. Так, значит, мне надо что? Да кто там? Черт, прячься! Ты собака, ну куда побежала, блин? Так, ребята, отвлекли меня маленько. Но мне сейчас главное отсюда смыться живым. Желательно бы, а? Вот как я ее отсюда буду эвакуировать, когда тут вертолет? Вот что мне интересно. Фак. Блин, надо выбираться отсюда в любом случае. Под пулями, не под пулями. Нужно брать тачку и сматываться. Черт, у нас потери. Давай там лечи. Вы... Че хочешь делать? Землю, вертолет. Пытаюсь. Бля, он меня преследует. Так, это что у нас здесь? Блин, какая-то тропинка. Я думал, это дорога. Черт. Вот не задача-то, блин, а. С этой чувырлой нельзя даже прыгать. Потери. Несем потери. Вы что, совсем охренели? Ядрить его на коле. Мне 2 километра. Тушка, ложись. Некогда мне ложиться. Пойду перехватывать машину. У нас потери. Эй, у нас потери. О, какого лешего ты? Иди сюда. Вырвалась она. Еще тут, я сейчас буду. Так, где тачка? Мне нужна тачка. Блин, вижу. Я помогу, держись там. Я иду к тебе. Успею, нет? Ё-моё, просто под обстрелом. Так, короче, чепушила, вылази из машины нафиг.
Все, рулим отсюда. Ладно, поехали. Отпустите меня, идиоты! Я сильнее вас! У меня есть волшебство! Вы такого и не видели! Мы хотим спасти тебя. У нее есть... Святая смерть сметет тебя и весь твой род с лица земли! О своих уродах волнуйся. Святая смерть оставила тебя. Это точно. Вера заменяет разум. Вы слепцы. Со временем вы уверуете, вы все поймете, но будет поздно. Думаете, оружие дает власть над смертью? Но никто не властен над святой смертью. Смерть не имеет над ним власти. Что? Что ты несешь, идиот? Все, наболталось. Так, ребята, осталось немножко. Я почти в цели. Давай, давай, давай. Тихо, тихо. Главное не разбить тачку, иначе... Иначе будет кобздец этой Сантере. Только не федералы, а? Вроде пронесло. Тихо, 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 тихо. Чего? Какого лешего? Огонь, огонь, огонь. Сборы рядом. Нет, нет. Святая смерть, за что ты оставила меня? За то, что ты лгунья. Ты не поклонялась святой смерти, ты пыталась использовать ее. Теперь святая смерть на нашей стороне, сучка. Давай ты, блядь, вытягивай, ёпта. Бог и святая смерть испытывают мою веру. Так же, как огонь испытывает и очищает золото. Святая смерть. Да заглохни ты, блядь. Я позвала в уныние сердце моего. Ты возвысила меня на скалу. Вылази давай, блядь. Святая, блядь, смерть, я. Фу, успел. Святейшая смерть, оплот мой. Скала моя, спасительница. Молю, услышь меня. Укрой меня от бури и обрушь гнев твой на моих врагов. Мы видели твой гнев, Сантера. Если честно, не впечатляет. Я не делала зла. Святая смерть, мой светоч и мой путь. Служить ей не преступление. Нет, зато вербовка в преступную организацию точно незаконна. Судить об этом Богу и святой смерти. В другой жизни, не в этой. Хочешь снисхождение? Что ты знаешь о мечтателе? Я не Иуда. Не надейся, я не предам брата мечтателя. Знаете, таким людям, как вы, в тюрьме приходится нелегко. Вашу жизнь превратят в ад. С моей верой я выживу и в аду. Хм. Посмотрим. Какова ваша вера? Вы еще не видели моего ада. Ну что, выполнили? Обхохочешься с этой Сантерой. Я возьму ее с собой, когда пойду по кабакам. Не шляйся здесь особо. Ее последователи обмануты и хотят отомстить. Сомневаюсь, что ее культ оправится от удара. Так, а нам пора сматываться отсюда. Готовьтесь. Рамон Фелис, популярный блогер такой. Работал на картель. Писал ахинею всякую про благотворительность Санта-Бланки. Но теперь разразился сообщением о торговле детьми. Они наверняка в ярости. Единственный, кто нам не пофигу, это мечтатель. Найдите Фелиса и вытрясите все из него, пока картель его не закопал. Расплюнуть. На картель у него полно всякой грязи, так что гребите все подряд. Он живет в Санта-Элене. Я сброшу вам адрес. Принято. Конец связи. Так, отлично. А теперь пора посмотреть, что нам скинула Боуман.
Так, где-то здесь должна быть заставочка, по идее, да? Ну-ка, давайте заценим. Навыки, группировка. Это все не то. Блин, да где же? Это куда нам идти? Нихера. Так, получается, здесь все. Влияние у нас упало полностью. Так, а где же, блин, это-то? Я не могу понять. А? Карта, карта, карта. Нам нужно с вами вот сюда. Окро, эмиссар, да, значит? И сюда нам нужно Вильяверде. Надо придумать, как нам вбить клин между Эльвеем и лейтенантом Бента из Единства. Наройте что-нибудь. Ну, что-нибудь нароем. Ё-моё, тут задание-то тьма. Ну что, ребята, давайте на этом я буду завершать свой выпуск. Увидимся с вами в следующей серии и продолжим охоту на всех этих преступников. В общем, все пока и до скорого. Ну что, ребята, кого будем сегодня брать, а? Давайте глянем на карту, как обычно. Так, что у нас здесь есть? Именно вот в данной локации. А нам, в принципе, здесь ловить нечего, по большому счету, да? Сандеру мы ликвидировали. Давайте, наверное, с вами будем перебираться уже, наверное, куда бы нам сюда... Сюда, может быть? Хотя... Ладно, сколько здесь, интересно, звезд? Хрен ты что сейчас увидишь, пока здесь не побудешь. Я даже не знаю... Так, Вильяверде. Ну, давайте тогда вот сюда вот с вами прилетим. Сейчас. Вертолет, я смотрю, здесь недалеко. Пойдем сейчас его захватим. И полетим отсюда к ядрене Фени. Так. Всего-то 250 метров, елки-палки. Расплюнуть, как говорится. Тем более для нас. Сейчас я чувствую. Здесь нужно найти важные данные. Да ничего тут не надо мне искать важные данные. Не понял, куда вертолет-то делся с карты? Эй! Давай-ка мне отмечай его. Вот так вот. Так, тут мирные жители хоть? Все вроде бы нормально. Ща на храпчиком прибежим. Дайте-ка я тут кое-что заберу. Что у нас тут, аптека? Оставим метку, чтобы повстанцы могли забрать эти припасы. Да все нормально, не взите. Вот, я убрал оружие, все. Успокойтесь. А мне нужен вертолет. Враги совсем рядом. Опять, как же без них? Что вы тут пляшете, плясуны? А? Где музыка-то? С такой гитаркой маленькой, балалайчикой, ёпта. Какого хера ты там сбил, чувак? Придурок, мужик, ты нормально, а? Как себя чувствуешь-то? Черт, походу дело насмерть. Ладно. Воу-воу-воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо! Дойди, это тебя увидят. Да я уже понял, что меня увидят. Слушай, пора-ка нафиг тут зачищать все, надоели они мне уже. И если честно. Ныкаться вижу тут. Вижу цель, рядом местный. Рядом местный? Так, куда он там собрался идти? Есть еще одна цель. Нахер. Вот так вот. Палит, 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 палит. Нормуль. А нечего было выделываться. Вертолет, вот он. Все, ребят, я сажусь, и полетели мы отсюда. Хорош там уже, успокойся. Выбежали, блин.
Это бесполезно. Давай повыше поднимемся. Так, теперь включаем карту и выдвигаться нам надо. Куда полетим-то? На какое задание? Так, здесь у нас вроде бы все чисто. Ну да, придется вот сюда лететь, ребят. Так вот, обозначим и полетели. Все, полный вперед. Сколько нам там? 2,5 километра. Лучше не придумаешь. Успокойся ты, я уже давно на вертолете, они там все подкрепление просят. Это одна из легальных плантаций коки. Ну, типа, мы можем взять тут коки? Для адаптации. Ага, для адаптации. Никакой коки. Помнишь, что делают в штабе? После задания первым делом заставляют пасать стаканчик. Ну, это высокогорье. Так тяжело дышать. Заткнись. Все юморят. Ну, а мы тем не менее приближаемся. Осталось совсем чутка. Ну, всего километр. Так, я думаю, что здесь будет жарко, да? Смотрите, ребят. Вышка там сторожевая. Блин, еще как раз где-то над обрывом, да? Ёлки-палки, по ходу дела. Там очень-очень будет жарко. Хотя тут... Поселочек-то... Даже не поселочек, какая-то фиг поймешь. Шарашкина контора. Ладно, давайте приземляться. Тихо, ну не здесь же, ёлки-палки. На камнях-то куда нафиг? Вот здесь... Самое то. Давай, выпрыгивай. Так, там должен быть снайпер у нас, по идее, на вышке, да? Снайпер, на вышке. Больше его нету. Вертушка единственная на подлете. Залечь. Залечь. Нам проблем. У входа в лагерь. У входа в лагерь, значит. Погоди-ка тут. Нафиг, лучше я по-пластунски. Ну чё, где цели-то все? Появился один с пистолетами и пулеметами. Так, отлично. Давайте его пометим. Ясно, выхожу. Вижу цель. Есть третья цель. Иду на позицию. Мне надо сменить позицию. Так, этих двух пометили, короче. Ясно. Цель отмечена. Распоряжение, босс. Не вижу цель. Черт, он в доме, да? Блин. Блин, неохота шумиху здесь поднимать лишний раз. Тихо. А этого, в принципе, можно грохнуть. Курение убивает, запомни, сынок. Тебя заметят назад. Сейчас, погоди. Заметили труп? Ну вот тебе, блин. И без шумихи называется. Так, давайте-ка, ребята, наверное, повстанцев пригласим. Мы попросили поддержки повстанцев. Я с вами, Егор. Я рядом.
Повстанцы и Единство вцепились? Это хреново. О-о-о-о, тихо, давайте переждем это дело, наверное, да? Как вы считаете? Единство это, ребята, ихняя местная полиция. Кого он там? Ё-моё, сейчас тут придет. Чё, неужели за мной, блин, охотится, а? Вот ублюдки, а. Ну все, сейчас начнется здесь. Блин, надо срочно забирать информацию, блин. Иначе будет жесть. Так, 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 она здесь, в этом домике. Так, забираем нафиг данные, блин. Зацените, глава профсоюза горняков Вилья Верда, парень по имени Чанга, в открытую ненавидит картель за то, как он обращается с рабочими. Похоже, у нас с ним много общего. Спорим, он будет рад нам помочь в деле разрушения их пиролизитового производства. Хотелось бы. Так, ребята, еще тут где-то данные есть. Ладно, пометим. И вот документы. Здесь показано передвижение одного из наемников картеля. Давай-ка его проучим. Еще бочка где-то. Где бочка, блин? Ага, здесь. Продовольствие, да? Я на мотоцикле. Куда, блин? Да давай ты выезжай, ядрить тебя на корень. Все, ребят, смотрим, что нам дали за задание. Ничего вообще не дали, ладно. Следующий тогда у нас будет вот здесь. Разворачиваемся и поехали. На мотоцикле довольно опасно, ребята, ехать. Потому что если я врежусь куда-нибудь и вылечу с него, могу разбиться насмерть. Порядок. Где... Давай. Или под колесо могу попасть. Короче, просто беззащитный. Тут лаборатория. Пока мы тут все не размолотили, надо звякнуть бомбы. Верно. Дам ей инфу, чтобы она нашла для нас следующую. Так звони давай, что ты тупишь-то? Боуман, мы нашли одну пиролизитовую лабу. Молодцы. Теперь мы знаем, на что они похожи, и я поищу в этом районе другие такие же. И, наконец, передаю вам новые координаты. Ну, неужели? Так, М-ка, М-ка, М-ка. Ну, что ты нам дала на этот раз? Ага, вот оно значит что, да? Взорвите две лаборатории, которые очищают пиролизит для Санта-Бланки. Эта потеря остановит производство кокаина на месяцы. Понял. Взорвать лабораторию. Чё? Делов-то, да? Просто взорвать и всё. У-у-у! Тихо. Нафиг. Чё вы там тусуетесь-то, э? Олухи. Давайте атакуйте нафиг упыря этого. Вот и все, делов-то. Смотрят они на него, красуются, блин. Так, теперь наша цель, значит, взорвать лабу. Ну, тут вражин-то до хера, я смотрю. Так, вот тут... Чёрт, как её взорвать-то? Ага, вижу датчик. Сигнализация обезврежена. Подмога уже не прилетит. А повстанцы-то какого хрена сюда прибыли? Я вас не вызывал, ребята. Вы мне сейчас тут... Вижу цель. Я вижу двух бандитов. Вот, на подиуме.
На каком подиуме? О чем ты говоришь? Так, это за зданием получается, да? Так, машина у них там. С пулеметом, это плохо. Опс, тихо. Цель номер 3. Иди сюда. На-ка нахер. Чтоб не пикал. Но, по крайней мере, ребята, они сирену здесь уже не подымут. В зоне гражданские. Цель зажимательна. Награда Санта-Бланки. Остались бандиты без медалей. У нас тут лаборатория. Нахлынули воспоминания о колледже. Можно проработать гнев на профессора органической химии. А где медаль? Не вижу медали, блин. Кто палит-то? Чмошник сидит там. Что за данные? Твою медь, блин! Транспортный самолет картеля стоит. Давайте, бегите, лечите. Ё-моё, я не думал, что здесь хмырь сидит. Лоханулся, короче. Спасибо. Что, зачистили? Молодцы, ребята. Так, взорвать. Так, я так понимаю, вот эту хрень я должен бомбануть, да? Осколочная. Это мышь, лаба разрушена. Да ну, давай к следующей. Задание выполнено. Ну, я без медали отсюда не пойду никуда. Надо ее забрать. То надо подняться мне, да? Вот лестница. Сейчас я ее заберу. Ну, а теперь можно и смыться. Так, давайте смотреть, куда там. Следующая лаба. Где она? Так их тут три! Ё-моё, и в разных точках все. Взорвите две лаборатории, которые очищают пиролюзит для Санта-Бланки. Эта потеря остановит производство кокаина на месяцы. Чёрт подери. Так, сколько я туда буду на машине добираться? Круговую, блин, до хера. Ладно, делать нечего. Придется ехать. Я за рулем. Нахер мне ваше радио не нужно. Да как отсюда выехать-то, ё-моё. Замуровали, гады. Так, вот дорога, выезд отсюда. Фига повстанцев-то сколько. Я не вызывал, приехали, блин. Дурило. Сюда. Что? Я тебе не завидую, братишка. На своем, блин, драндулете в ливень едет он. Так, хорош, хорош. Все под контролем, ребята. Блин, если бы не эта круговая, блин, уже бы давно там были. Так, километр, да? Километр пути. Тихо, 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 не газуй. Место сброса на парашюте. Мне сейчас пока некогда этим заниматься. Блин, еще и вечереет. Вот это плохо. Ненавижу в потемках работать. Твою дивизию, а! Гроза тут еще началась. Не вовремя, как всегда. А, начинается серпантин. Кстати, впереди у нас
задание едет. Красные тачки видите по карте? Но мы их атаковать не будем пока. Нафиг. Пока обойдемся без приключений. Тем более тут видите эти федералов. Единство. Будем ехать себе тихо, спокойно. Никого не трогая. Вот у них тут, да, погода. Сука, мать твою! Да ты отвали, ты, ёпта, лезешь-то, блин! Дебилоид, блин! Под колеса. В своем говне, так сказать. Я царь дорог. Так, что у нас там? Единство стоит. Патруль. Патруль. Нафиг, без приключений. Потихонечко. И отсюда. Ну что, в принципе, все, ребята. Уже вот на подходе. Так, это у нас будет вторая лаборатория. Еще третья там останется. Что случилось? Ты что там орешь-то? Ненормальный. Так, единство. На баге тут рассекает. Тихо, 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 тихо. Блин, чуть не сбил чувачка. Сейчас бы началось. Ну что, 400 метров. Ну, если она будет такая же легкая, как и первая, то нормально. Без кипячника. Да куда ты едешь, блин? Ну, что за тачка-то неуправляемая, блин? Ну все, ребят, 200 метров. Мы уже практически на месте. Давайте пойдемте посмотрим, что там. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Черт, посмотрели. А вот эту надо сносить, ребята. Да мне плевать, что нас увидели, блин. Ихеранги. Ёп! Твою дивизию, а? Эти идут мои, блин, пофиг им на все. У нас потери. Блин! Пригнись. Короче, делаем проще. Осколочная. Грохнул, нет? Отлично. Держись, я иду к тебе. Стой. Оживил? Молодчик. Слушайте, а как мне туда попасть, а? Граната, ходу, ходу. Да даю, даю ходу. Перезарядимся. Потери, потери. Сейчас я еще сдохну нафиг. Слушай, а как они туда пробрались-то уже? Я не понял, ребята. Все будет хорошо. Иду к тебе. Что-то я не врубился. Мои, значит, уже там. А я еще здесь, снаружи бегаю. Как это они так, а? Потери. Акробаты. Ща, 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 подожди, братишка. Вставай. Ну, извини, так получилось. Ага, вот местечко есть. Хорошо.
Ну и где? Так, вот, ага, склад хотел сказать. Гад. Ну, а вот и склад. Так, где-то сзади. Не понял. А, надо сюда, вот здесь. Впереди лаборатория. Осколочная, получай. Готово. Легкая очистка пиролюзита тут уже не будет. Это поставит крест на карьере приятеля. Не говоря уже о снабжении картеля. Похоже, пришло время выпить. Выпить. Я бы сейчас бокальчик бы пивка холодненького выпил. Если честно. Так, где лестница? Надо мне там отметить груз. Но я его почему-то здесь не вижу. Ага, вот. Медикаменты. Ну что, ребята, надо отправляться в третью лабу. Выйдем мы отсюда, нет? Ворота уже открыты, нормально. Так, давайте глянем. Третья лаборатория у нас находится. Египетский. Ты карась. Далековато. А, нет, вот, наверное, скорее всего. Единство отобрало у повстанцев грузовик с медикаментами. Вы должны их вернуть. Катари и его люди позаботятся употребить их на доброе дело. Нихера, тогда вот. Надо придумать, как нам вбить клин между ЛВМ и лейтенантом Бента из Единства. Наройте что-нибудь. Подожди, блин, а где это? Или вот это? Потолкуйте с профсоюзным боссом из Вилья-Верде на тему, а не пора ли шахтерам прекратить добывать пиролюзит для картеля? Так, а я не понял, я что, выполнил то задание? Да вроде бы нет, надо было три лаборатории, да? Поговорить с профсоюзным лидером. Или лучше вот сюда. Надо придумать, как нам вбить клин между ЛВМ и лейтенантом Бента из Единства. Наройте что-нибудь. Или вот сюда вообще. А, нет, здесь уже Акора, эмиссар идет. Ладно, давайте тогда вот сюда пойдем. Потолкуйте с профсоюзным боссом из Вилья-Верде на тему, а не пора ли шахтерам прекратить добывать пиролюзит для картеля? Давай, ребят, садитесь, поехали. Я на месте. Да тихо ты, давай, ну, карабкивайся. Блин, честно говоря, мне бы проще было бы на вертолете туда долететь. Слишком долго туда добираться, ведь так? Ну да, и вертолетов-то тут как раз и нету по пути. Хреново. Поехали. Ёлки-палки, 3,5 километра ехать. Не, ребят, это слишком много. Надо что-то искать. Вертолетов здесь нету, я бы так на вертолете подлетел бы. Ливень, ты закончишь когда-нибудь или нет, а? Дорога скользкая. Машина неуправляемая. Так что надо быть аккуратнее. Гроза плюс еще, блин. Эх, 3 километра. Ё-моё. Так, тихо, бандосы. Я не по вашу душу сейчас в данный момент. Так, секунду, давайте еще раз глянем, может быть где-то... Ага, вот, давайте, ребята, вот так сделаем. Возьмем вот этот вертолетик и уже на нем долетим. Иначе слишком уж далеко, да? Я буду только сейчас туда ехать. Так, а погоди-ка, я могу с воды, что ли? Так, это побережье у нас... Не, не, не получится.
только на вертолете. Где наша малышка стоит? Я не вижу ее. Ага, прям под нами. Ну что же, интересно, успеем нахрапом или нет? Ну-ка нафиг, давай-ка вот так вот сделаем. Так, это мирный. Квадрате гражданские. Слушай, я пока никого здесь и не вижу, если честно. Стой, так тебя заметил. Кто? Кого тут нету? Или есть? Короче, я побежал. На свой страх и риск. Давай, забирайся ты. Я знаю, я при чем. Открываю огонь. Какого лешего вы сцепились с единства? Я не понимаю, я не давал вам приказ стрелять, блин. Ну вот, вертушка там летит, да? Надеюсь, меня не пропалит. Вроде бы как все обошлось. Да давай взлетай, ты что делаешь-то? Вертолет, блин! Ты что тупишь-то, блин? Дерьмо. Да вообще не то слово, блин, чё? Пипец! Взлетать не захотел, чё за дерьмо-то? Чё получилось-то такое? Твою дивизию, а? Давай вылази, блин. Сидит тут, блин. Поехали. Давайте без меня. Какая, блин, обида, а. Взял вертолет для того, чтобы его разбить. Да, блин, из меня точно только этот, только разбивать тачки и вертолеты, блин, технику всю. Хотя мы уже практически на месте. Получится срезать, нет? По этим джунглям грёбаным. Что это за святые угодья? Сука, мать твою! Я, блин, прям к ним в на базу прибыл на этой машине. Мы запросили подкрепление у Пака Катари. Понял. Наши на подходе. У нас здесь турель. Давайте-ка по-тихому. Пригнись, ты себя выдаешь. Стопудово на вышках будут эти стоять, снайпера. Два боевика. Показывай. Где? Может быть, всех расстрелять тут? Хотя это мирные. Смотри, куда стреляешь. Здесь повсюду гражданские. Это усложняет мне задачу. Так, дайте-ка я поднимусь все-таки на вышку, гляну. Снайпер на вышке. Был. Тихо, тихо, тихо. Вот этого мне не надо. Чтобы...
Вижу цель. Близко к гражданским. Тут боец картеля. Рядом с той грудой покрышек. Так, давай-ка мы его отметим. Занимайте позицию. Ясно. Сейчас выйду на позицию. И вот этого тоже. Еще одна цель. Иду на место получше. Ясно. Цель выбрана. Все готово. Жду указаний. Отлично. Держите их на мушке. Повстанцы валят. Ой, где-то ж повстанцы. Ё-моё. Извините, ребят. Не признал. Повстанцев завалил. Что, 100 метров, ребята? 100 метров. Да успокойся ты, я тебя не буду трогать. Мне нужна лаборатория. Всего лишь-то. Это профсоюзный лидер. Побеседуем с ним. А, у нас же лидер. Ё-моё, какая, блин, лаборатория. Пойдемте болтать. Что он нам расскажет хорошего? Здорово, чел. Не бзди. Слыхали, вы не прочь отделаться от солдат Санта-Бланки? Разумеется. Кому по нраву рабский труд на этих наркобоссов? Если мы поможем, хотели бы вы покинуть это место? Но как? Вы же не можете перебить всех бойцов Санта-Бланки в стране! Могли бы, так бы и сделали. Но мы можем убить достаточно, чтобы вы успели собрать семьи и бежать. Я вам очень признателен. Санта-Бланка захватила нашу точку в Сан-Маркесе. Выбейте ее, и тогда мы сможем бежать. Это мы можем устроить. Так, ну что, ребята, мы получили очередное задание. Отбить точку. Дайте-ка я помечу груз. Ну, а теперь глянем, где эта точка. Слушай, она здесь вообще недалеко. Потолкуйте с профсоюзным боссом из Вилья Верде на уже тему, потолковал. А не пора ли шахтерам прекратить добывать пиролюзит для картеля? Погнали. Да ядрить себя на корень, а. Может, сходишь на разведку? А я куда иду? Внимание! Эй, здесь боец картеля. Поживее. Те шахтеры отсюда, и здесь все кишит Санта-Бланкой. Зачищаем их, и шахтеры на шаг ближе к тому, чтобы в этих краях снова воцарился честный труд. Так, чё, я так понял, там кто-то... Ясно, выхожу. Выходи. Так, этот у нас будет на мушке, да? Вижу цель. Тогда стреляй. Есть один. Отойди, пока не заметили. Уничтожьте силы Санта-Бланки. Это всех перебить тут надо? О, тихо. Ё-моё! Какого лешего? Дерьмо. Зачем они на патруль у меня напали, придурки, а? Твою мать, еще и этот подкрепление вызвал, а? Где этот говнюк там? Ну, выглядывай давай. Укрытие! Ну, гад, а? Ты меня взбесил уже. У нас потери! Эй, у нас потери! Да кто там строчит-то? Пулеметчик откуда-то взялся опять. Бандиты начали обстрел. Держись, я иду. Ага, вижу, блин. Слушай, это не по... Это, блин, патруль единства. Отлично. И как я тут должен теперь выбить этих уродов?
Ну, единственный вариант, конечно, запутать им следы. Это тоже как вариант прокатит. Давай, выходи. В нашу сторону. Сюда идут солдаты единства. Блин, мирный житель грохнул. А теперь моя очередь. Ну давай, иди сюда. Какого лешего-то, блин? Чё, бронированный, что ли, блин? Еще солдаты бегут, что ли? Единство здесь. Ну да, блин. Заваруха. Как непруха. Ёлки, сколько вас тут, а? Ловушкина, ёпарсоте. Граната, ходу, ходу. Даю. Даю ходу. Так, чё тут у нас? Где эти собаки? И как там? У нас все чисто. Чисто. Нужно несколько обоим. Здесь чисто. Пришлось поднапрячься, а? Не хотели бы стрелять, записались бы в корпус мира. Так, а что тут опять-то за задание какое-то? Вы издеваетесь, что ли? То одно, то другое, блин. Теперь силы на руднике надо уничтожить. А там у нас силы единства. Это мне сейчас через них пробегать, хватать вертушку. Плачевно будет для меня. А выбора-то нету. Черт подери. Здесь мы точно сможем нарыть сведения. Трудно представить, что такое здесь творится почти каждый день. Твою мать. Мы их спугнули. Так, ладно, смотрим. Потолкуйте с профсоюзным боссом из Вилья Верде на тему, а не пора ли шахтерам прекратить добывать пиролюзит для картеля? Готово. У-ху-ху-ху-ху, я надеюсь, тут вертолет тупить сейчас не будет. Давай, взлетай, крошка. Так, ну что, вот и рудники. В принципе, сейчас приземлимся, дадим тут дрозда всем. Ну и задание, надеюсь, будет выполнено на этом. Мы запросили под... Да-да-да, я понял, что ты запросил подкрепление. Присаживаемся нафиг. Береги, сейчас рванем. Это мой шанс. Атакую. Мы их раздразнили. Никого мы не дразнили. Просто под руку попался, вот и все. Здесь чисто? Чисто. Так, забираем амуницию. Вертушка единства на подлете. Залечь. Так, это нам не нужно. Будем перекуривать, ребят. Они идут прямо на нас. Что будем делать, босс? Что будем делать? Будем отбиваться.
огонь. Давай, открывай, давно пора. Все там нахер разнесу. Все, не пойму я. Так, подожди, тут еще тачка, смотри, стоит. Ну что, все, наверное, я надеюсь. Ох ты, елки-палки, ты смотри. Надо переждать маленечко. Я не штатских убиваю, я отбиваюсь, блин, насколько ты видишь, блин. Все, тут тихо. А что там за лампочка горит? Интересно мне знать, а? Больше не горит. Подкрепления не хватало только. Не подходит подкрепление. Твою мать, они идут прямо на нас. Да когда зачистка-то закончится, а? Ё-моё, ну... Здесь чисто. Мы их расстрелили. Заскулила псина. Чисто. Ребята, как вы? Могло быть и лучше, да? Но это, я думаю, последнее. Ну, а теперь к порошку белым и чистым. Пиролюзит нужен еще и для фильтрации воды. Есть же и другие способы, верно? Забей. Все равно я пью бутилированную воду. Ну чё, ребят. В принципе, и все. Что нам? Больше тут ничего нету? Ага, нету. Надо придумать, как нам вбить клин между ЛВМ и лейтенантом Бента из Единства. Наройте что-нибудь. Но это мы уже будем делать с вами, ребята, в следующей серии. Нарывать. А на этом все. Буду завершать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр. И до скорых встреч. Всем пока, ребята.